Антош, я все придумала. Я поговорила с папой и сказала, что у нас к нему важный разговор. Ты с ним познакомишься, попросишь моей руки. Ваша дочь – это цветок, подаренный мне судьбой. Сама Вселенная хочет нашего счастья. Я тоже очень хочу за Антона замуж. Он... Ладно. Хорошо. Мама, папа, мы с Мариной решили пожениться. Мариночка, смотри, какая хорошенькая. Идем выпьем. Что, я не пью. За мое здоровье, слышь, у меня день рождения. Сказал же, не буду пить. Ну тебя никто не заставляет прям пить, ну выпей просто. Ты вот если у нее глаза в разные стороны, как у Камбалы, это ничего. Главное, чтобы ты ее любил. Поздравляем. Кирилл, я в жопе. Я запер чьей-то хате, я ничего не помню, я проснулся среди этого. И желаем... Вот это что такое вообще? Творческих успехов. Я утонула. Ну слушай, что бы ты утонул, там вот, ну... Ну вот. Кирилл, ну, да. Верных друзей, семейного счастья. Я вообще себе это все не так представляла. По скайпу еще и туалете. Большой любви. Ты видел? Понимаешь, там ни жопа, ни рожа. Мама, папа, не выключили скайп. Не широк. А, что, не выключили? Ты скайп не отключил. Я нет. А знаешь, только я скайп отключил. Давай закрою камеру рукой. И самое главное... Здоровья. Много. Очень много здоровья. 50 грамм я больше не пью. С днюхой. Отметим в кино с 23 августа.